Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Здравствуйте всем. Сегодня на обзоре у нас Chevrolet Cruze. Тема у нас по ключам. У человека только один ключ имеется. Эта кнопка вообще не работает. Эти кнопки работают через раз. Человек хочет дополнительно ключ сделать, он его оставит как запасной дома и пользоваться новым. Сейчас создал я ключ. Так, завершение программирования у нас идет. Так, пока с несколькими приборами приходится работать. Пин-код у нас уже считан. Так, продолжим. 12 минут. Ждем. Алекс, салам. Все в процессе работы, брат. Делаем. Вот такой ключ должен быть. Он еще до конца полностью не сделал. Я его сюда. Ну, сейчас, иншаллах, я думаю, должно получиться. Так, по итогу наш ключик. Подойдем к автомобилю. Открывается. Закрывается. Открывается. Вот так, усаживаемся в автомобиль. Берем ключик. Все, автомобиль заводится. Клиента можно отпускать. Ставим лайки, подписываемся. Всем удачи, до новых встреч.